Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Город Харьков на связи. С вами ваш Александр. По вашим долгожданным просьбам выхожу с вами на связь. Рассказать, как реальная обстановка в городе Харькове. Что нового, что интересного. Что у нас вообще в целом, ребятки, здесь происходит. Как проходят наши дни, как проходят наши ночи. Как обстановка по прилетам. Что вообще у нас нового. Ребятки, я уже подготовился, как вы можете видеть, взял рюкзачок, сейчас буду уходить из дома. Вам всем приятного просмотра, обязательно поставьте лайк под этим видео, напишите комментарий, поделитесь видео с друзьями, а я вам сейчас покажу реальную обстановку в городе, как обстоят дела, и заодно, ребятки, сбегаем, скупимся. Всем огромное спасибо от души, от чистого сердца. Кто помогает. Всем мирного неба и крепкого здоровья. И пусть ваш ангел-хранитель хранит вас. Спасибо, ребятки. Все, побежали. Пока нету тревоги, ребятки. Побежали, сбегаем. Так, ребятушки мои хорошие. Вот мы с вами и вышли. Идем по улицам города Харькова. Наш красивый, суперовый, самый лучший в мире, не побоюсь этого слова, город Харьков. Посмотрите, обратите внимание, какая красивая церковь. Александровский храм, ребят, какой красивый, это что-то с чем-то. Идем мы с вами по проспекту, проспект Александровский, также называется, как и храм, ребятки. Красота вот такая, но обратите внимание, какое количество людей, как люди бегут, какое количество машин. Скорая помощь стоит прямо на тротуаре, обратите внимание. Это же не просто так, она там припарковалась, это уже, ребятки, кого-то забирают. И у нас в городе Харькове, ребят, очень сильно участились случаи, инфаркты, инсульты. Много людей испытывает такое чувство после прилета. Так, ребятушки, вот сбегал, скупился. Купил почек 47, желудки 43 гривны. Это все для Зевса. Вот такой пакетик с почками. Вот такой, ребятки, пакетик с желудками. Также взял гречечку, вот такую, ребятки. Спасибо всем огромное, кто помогает. Также от насморка маме вот такие таблетки, ребятки. И порошочек вот такой. Всем от души, от чистого сердца огромное спасибо и крепкого здоровья, кто помогает. А кто хочет помочь, ссылочки для донатов и карточки в закрепленном комментарии под видео. Донаты можно кидать с любой страны, в любой валюте. Денежки идут на корм животным, на бензин для инвертора, на лечение кота Шарика и Санечку. Держимся. Всем огромное спасибо. Шарик помогает видео снимать. Ах ты ж бомбозявр. Ах ты ж окорочок ты мой. Ах ты ж ты безянка. Мало. Что тут происходит, Зевсунь? Что тут происходит? Тебе вроде YouTube не закрыли. Ты как снимался в этом YouTube, так и снимаешься. Что в YouTube, что в ТикТоке, что в Инстаграме. Да, везде снимаешься. Все у тебя как было, так и осталось, Зевсунька. Все как было, так и осталось. Что тебе переживать? Что ты забываешь? Что ты выешь? Или ты сообщаешь всем соседям, что поветряная тревога? Да? Чтоб соседи знали, что поветряная тревога. Чтоб ховались, чтоб прятались по подвалах, по погребах, по бомбоубежищах, чтоб соблюдали правила двух стен. Все помните эту историю, ребятки, которую я вам рассказывал, когда у нас тревоги не работали, а Зевс выл. И на поселке никто не мог понять. Да что же он воет? Даже соседка орила: Саша, что он у тебя воет постоянно? А потом, когда она поняла, что после того, как воет Зевс, начинается прилет, говорит: о, Саша, извини, говорит, ты шо, пускай, говорит, бегает поближе к нам, мы будем знать, что тревога. Мы, говорит, начали прятаться в погреб. Когда, говорит, только прислушиваемся, Зевс начинает выть, сразу прячемся в погреб. И так люди спасали свои жизни, благодаря нашему Зевсу. Вот такая правда жизни, ребят. Зевсунька молодец. Слышит заранее все, ему не надо и тревогу включать.
Я так понимаю, что он слышал тревогу, ту, которая включалась в самом центре города, а у нас ее не было. У нас не было ее. Порезали, там чешу снизировали, поломали. Ох, зисунька. Поспасал каких-то людей, да? Всем привет передаешь подписчикам? Всем привет, скажи подписчики. Всем добра, бабла, позитивчика, всего самого хорошего в жизни. Он Зевсу не надо, ни VPN, ничего. Он вообще интернетом не пользуется, чисто вот снимается в этом Ютубе и все. Да, Зевсунь? Ты главный актер, бумбозявр, Хомячович. Хомячкович. Как узнать, че собака может укусить, че не? Вот так смотрите, если хоть один зуб есть, значит, может укусить. Поняли, ребят? Ты спрашивали, Зевс кусается, че не? Ну, конечно, ребят. Это ж собака. Где бумбозяврина такая, ты хрюкозяврина? Ты в настроении, что Саша вышел к тебе, да? Саша к тебе вышел погулять, видео поснимать, вкусняшечкой угостить. Ребятки, кстати, все, кто хочет помочь Зевсу на вкусняшки, Зевсу на косточки, на потрошки всякие, даю ему, ребятки, почки покупаю, желудочки куриные. Зевса надо подкармливать, скоро зима, вы знаете, что он у нас старичок-пердучок, поэтому надо Зевсуню подкармливать, откармливать все лето, он ничего не ел, абсолютно, он отказывался от каши, от всего, вот, поэтому теперь его надо максимально подкармливать, потому что зима скоро, не за горами, и за вот это время его надо успеть откормить, пока он начинает кушать. Сейчас он начинает кушать уже активно. И порой даже просит кушать, а не всегда есть что дать ему. Варю кашку, ребят, но это все деньги. Сами понимаете, купить почки, купить желудочки, все это стоит немаленьких денег. Да, Зевсун? Бомбозяврович. Так, ребятки, распаковка. Что сегодня мы с Зевсом собрали на огороде? Значит, смотрите, вот такие бурячки красивенные. Потом, ребятки, вот такие вот кабачочки, чи как правильно называется, а ну-ка, я даже не буду говорить, специально напишите в комментариях. Морква, сорт гигантус, три уса, видите, трехусный сорт. Так, ребят, тут у нас еще перчина сладкая, огурчики такие, именно интересный малыш, я назову, малыш с сюрпризом. Так, это у нас красный перчик вот такой, ребят. Яблочко, видите, помидорчики желтенькие, в общем, всякие разные. Вот еще помидорчики, ребятки. Вот такие, видите, красота, ляпота. И вот в погреб я собрался убирать баночку огурчика вот такую. Закрыл, как, знаете, как вот в старину, как бочковые такие вкусные. Вот такие помидоры, видите, и розовые у нас выросли. Недаром мы выращивали рассаду на подоконнике, красненький, вот розовенький какой красавчик, желтенький, разные, видите, и длинненькие вот такие есть, рэпаются, жарковато, конечно, у нас, но ничего. Так, ребятки, посмотрите, какая красота, подсолнушки какие, ребят, необыкновенные растут. Вот такие подсолнухи у меня, как вы можете заметить, с одного ствола куча-куча разных, ребятки, куча разных подсолнухов. Вот такая красота. Необыкновенный вообще. Вот, ребятки, сорока на одной лапке, видите? Зевсова подружка. Видите, одна лапочка у нее. У бедняжки. Сейчас я вам постараюсь приблизить. Вот, смотрите внимательно, ребят. Подросла она уже. Одна лапка, второй нету, видите? Там такое есть, кусочек от лапки, то, что осталось. Но она не может не опираться на нее, ничего. Кушает у Зевса корм. Ребят, всем огромное спасибо еще раз, кто помогает от души, от чистого сердца. Насыпаю так, чтобы и ей хватало, и Зевсу. Зевс покушает, потом она подлетает. Он ее не трогает, он ее жалеет, ребят. Не трогает ее, вот так вот. Понимает, что она бедненькая, несчастная. Вот чернобрывцы, видите, ребятки, пополивал. Смотрите, какая красота. Просто неописуемая. В этом году очень красивый, гляньте. Просто... Такие красавцы, ребят, такие. Сейчас вот тут открою. Во.
Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой, пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.